Друзья, с вами Аня. В этом видео я хочу немножечко разобрать вместе с вами те книги, которые мне папа принес на внеклассное чтение. Это именно те книги, которые нам задали. Вот сам список всех книг, которые нам надо прочитать. Ну, давайте, так сказать, начнем. Первая книга, которая мне попалась, это Герберт Уэллс «Фантастические произведения». Вот так она выглядит. Из этого нам надо прочитать «Человек-невидимка». По-моему, у этого автора я ничего не читала, но будет интересно. Надо вот немножечко, возможно, в интернете посмотреть краткое содержание, может, что-то я пойму, а потом уже прочитать. Ладно, интересно, я не читала еще этого автора. Джеймс Купер, «Зверобой» или «Первая трава войны». Из этого надо «Зверобой» прочитать, это я точно помню. Точно не читала этого автора, никогда его не знала до того, пока нам не задали. Но интересно, ладно, тоже прочту. Блин, вообще, таких авторов нам задали, которые я даже не знаю. Так, Жюль Верн. О, этого автора я знаю вроде бы, более-менее. Так, Жюль Верна нам надо прочитать. Сейчас, подождите, посмотрю. 20 тысяч лье под водой и таинственный остров. Вот. Ну, не помню, чтобы я что-то активно у Жюль Верна читала. Надо вот воспоминать, я не знаю. Так, часть первая. Что это вообще такое, собственно? А, это 20 тысяч лье под водой. Это вот эта целая вся книга. Божечки, какой ужас. Вся книга. Пипец, много, конечно, читать. Ну, ладно, посмотрим. Так, Купер. «Последний из магикан». Ой, осторожно. Это, похоже, тоже вот эта вся книга. Боже. Фу, мне страшно. Ну ладно, прочитаю. Так, а кстати, вот сама книга. Я вот не помню, что я тоже читала этого автора. Даже не помню, не знала, по-моему, до этого тоже момента. О, Антон Чехов. Так, Чехова-то я 100% знаю. Чехова надо прочитать на Лим рассказ. Так. Что за рассказ на Лим? Давайте посмотрим. Довольно большая книжка. Такая объемная. Тут очень много рассказов. На Лим. Вот, нашла на Лим. 148-154. Ну, маленький. Можно сразу сейчас прям даже прочитать. Почитаю. Не читала этот рассказ. Толстой. Детство, одиночество, юность. А что у нас у Толстого надо? Детство. Сколько тут детства, интересно? Почему на детство, кстати, нам задали? Ну, почитаю, не читала, конечно. Но Толстой мне, ребят, скажу, он мне очень нравится. Для меня он все-таки, скорее всего, еще слишком тяжелый. Как-то вот, не знаю. Вторая книга Жюль Верн «Таинственный остров». Ну да, нам как раз и надо. Там 20 тысяч лье под водой и «Таинственный остров». Тоже целая большая книга. Просто. Мне реально даже страшно. Ну, фух, боже. И Александр Дюма «Три мушкетера». Вся вот эта книга. Боже. Зачем столько... Ужас. Мне, думаю, довольно тяжело это мне будет прочитать. Ну, ладно. «Три мушкетера» я не читала. Даже не помню, что смотрела фильм. Вот. Но будет интересно. Я давно хотела попробовать прочитать. Так, и всего получается... А, кстати, сколько у нас всего книг? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать книг всего лишь там, или книг и рассказов надо прочитать. Итак, дорогие друзья, это была, так сказать, первая часть нашего разборчика книг по внеклассному чтению. И думаю, уже можно закончить это видео. Поэтому смотрите наш канал, подписывайтесь на него. Всем пока!